правда, что Андрей Кончаловский разрушил ваш брак? Да. Он стал уговаривать нас уехать за границу, а я не собиралась уезжать никуда за границу, потому что у меня огромное количество родственников, братья, сестра, родители. И вообще, что я там буду делать? Мыть кастрюли в Париже? Вот. Андрон мне сказал, ну, знаешь, лучше мыть кастрюли в Париже, чем сниматься в говёных фильмах на Казахфильме. Я сказала, нет, мне лучше сниматься в фильмах на Казахфильме. Да. Вот, и приезжать на неделю советских фильмов в Париж и быть звездой на фестивале, а не стоять из загородки, значит, наблюдать, кто но там в Париже. Я отказалась, он стал уговаривать Николая Львовича уехать для постановки фильма. Ну, что-то этот проект у них лопнул, вот, и ничего не получилось. Отношения уже были разрушены.